Кассы для оплаты услуг ЖКХ вновь доступны для жителей Люберец. В городском округе заработало 9 точек для приема платежей. Как сейчас проходит этот процесс, расскажет наш корреспондент. Разметка для социальной дистанции, дезинфекция помещения 3 раза в сутки и тщательная обработка кассовой зоны после каждого клиента. Работа в ЖУ-1 проходит в обычном режиме, но в необычных условиях. Желающих оплатить квитанцию по старинке меньше не стало. Стали приходить молодые. За своих соседей платить, за бабушек, за дедушек. Даже приходят волонтеры. На мое удивление, это было очень даже приятно. Оплачивать через кассу удобнее, так объясняют свой приход в ЖЭУ жители ближайших домов. Тем более здесь соблюдены все меры предосторожности, опасаться нечего. Иногда просто важно, чтобы был бумажный документ. Как-то по привычке еще, с каких-то времен мы привыкли, что у нас все лежало. Мало ли что с интернетом, иногда может его не оказаться. И как-то привычнее уже складывать все, сохранять эти квитанции, чтобы они были. Кассы приема платежей открыты в 9 ЖЭУ. Они работают в будни с 8 до 17 часов. Просим вас прийти оплатить жилищно-коммунальные услуги. У кого нет возможности через онлайн, можете прийти оплатить в ближайшем ЖЭУ. Желаю всем здоровья, берегите себя и своих близких. Получить необходимую информацию можно у сотрудников единой диспетчерской службы ЖКХ. Номера телефона вы видите на своих экранах. Луиза Егязарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.